Принципиальной разницы в доходности нет. Зависит она в том и в другом случае будет от особых характеристик объекта, его местоположения в городе и технического состояния. Но все-таки небольшие отличия делают более интересными вложения в доходные дома. Например, собственник доходного дома может полностью переложить на жильцов ежегодный налог, а также коммунальные расходы. Вкладываясь в квартиру, собственник тоже имеет такую возможность, но она только частичная. Перекладывание расходов на жильцов, конечно, не дает глобальной разницы в доходности объекта, но все-таки это определенное преимущество для собственника.